Михаила Степановича война застала в 18-летнем возрасте. Вместе с семьей он жил в Ульяновской области деревни Матюнина. В армию его призвали с 11 класса. Отец тоже ушел на фронт. Мать с двумя сестрами осталась в деревне и работала в колхозе. В ноябре 41 года тогда еще солдата отправили в Куйбышевское училище. Успел пройти комиссию, но немец стал близко подходить к Москве. И Михаила Степановича отправили на родину. Дома он пробыл недолго. Почти сразу пришла разнарядка. Ехать в Меликес на формирование первой дивизии. Победу ветеран встречал в Кенигсберге, нынешний Калининград. После войны снова вернулся в свою деревню, встретил будущую жену и переехал в районный центр, где начал работать в милиции оперативником. В 1947 году волею судеб Сидоров Михаил Степанович попадает в Москву, а оттуда и Видное. Работа была тяжелая. Мы работали день и ночь. Таким график такой был. С 9 до 2 часов работать утром, с 2 до 4 перерыв и с 4 до 12 часов и 20 ночи это на работе. Но как бы тяжело не было работать, Михаил Степанович очень любил свою работу. Он 27 лет проработал в милиции и только уйдя на пенсию, сменил род деятельности на пчеловодство. А последним местом его трудовой деятельности стала Центральная районная больница, где ветеран трудился юристом, ведь в молодости он успел получить юридическое образование. Таких людей, как Михаил Степанович, можно посчитать по пальцам. Он всегда был открыт для общения и с удовольствием делился профессиональным опытом с коллегами. За это и по сей день его ценит и любит молодое поколение полицейских. Вы не только отстояли нашу родину, вы сделали все невозможное, вы и ваше поколение сделали все невозможное, чтобы мы могли жить в этом замечательном мире. Огромное вам спасибо. Огромное за то, что вы и сейчас нам оказываете помощь, и то, что вы нас учите и обучаете молодежь на своем личном примере. Для столь почтенного возраста Михаил Степанович достаточно бодр и полон энергии. Его любви к жизни можно только позавидовать. Он гордо принял юбилейную награду, но обещал себе дожить до следующего юбилея окончания войны, чтобы получить медаль 75 лет победы. Хорошо бы дожить до 75-летия победы, получить медаль. После награждения дочь Михаила Степановича пригласила гостей к столу на чаепитие, во время которого семья вспоминала самые яркие моменты их жизни. Атмосфера царила дружеская и гостеприимная. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.